Привет, друзья! Сегодня к нам приехало две посылки, и давайте же потихонечку будем их вскрывать. Первая — это у нас вот такая вот большая коробка. Сегодня затягивать с видосиками не буду. Кстати, хочу поблагодарить вас всех за активность на YouTube-канале и в ТикТоке. В ТикТоке нас уже скоро будет 200 тысяч. YouTube, конечно, отстает немного, друзья. Поэтому обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик. Выходит видео каждый день, и несколько минут вашего внимания уделяется рассмотрению того, что пришло, или интересных роликов, которые вызывают чувство ностальгии. Всем спасибо. Так, есть, вскрываю первую посылку. Тяженько идет. Вижу, что здесь у нас уже Nokia. Какая, еще не знаю. Вот, вскрываем. Оп, поехали. Ох ты, ёшкин ты матрёшкин. Да, здесь у нас коробка от Nokia 6520 Lite. И еще в очень хорошем состоянии. Вау. Ну, давайте посмотрим, что у нас внутри. Турюм. Класс. Слушайте, целый комплект. Это у нас зарядка. Кстати, оригинальная. Тут у нас, это для Samsung, кстати, зарядка. Раздутый, очень сильно раздутый аккумулятор. Сразу убираем. Телефон сейчас посмотрим. Очень много макулатурки, которая была популярна в свое время. Делиться своими творчими сдибностями. 3,2 мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeiss. Прикольно. Может быть, еще какие-то есть. Да, диск есть. Короче, полный комплект. Это очень и очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Напоминаю, если у вас есть какие-то старые журналы, старые коробочки от телефонов, старые мобильные телефоны, которые вам не нужны, присылайте. На них будет сделан обзор. Телефоны будут выставляться в музее мобильных технологий. Конечно же, все телефоны будут приведены в рабочее состояние и выглядеть как новенькие. А у меня, кстати, уже несколько телефонов лежит и будет на реставрацию. Кто узнал свои телефоны, пишите в комментариях. Скоро будет ролик про реставрацию Nokia 7360 и Nokia 7610, друзья. Поэтому подписываемся. Так, смотрим, что у нас здесь. Стандартная Nokia 6520 слайдер. Работает хорошо, немножечко есть, конечно, люфты задней крышки помятые, но это ничего страшного. Со временем, конечно, с этим телефоном такое приключалось. Главное, чтобы боковые панельки все целы. Так, внутри у нас тоже все хорошо. Ну, давайте попробуем стандартную батарею ставить. Заработает или не заработает, посмотрим. Нет, не заработает, все, тогда батарею сразу же выбрасываем, она нам не нужна, потому что она в ужасном состоянии, и будем сейчас пробовать включать телефон с помощью проверенных рабочих батарей. Если работает, то это будет очень круто. Спасибо большое, кто прислал. Нет, друзья, телефон мертвый, телефон не рабочий, не включается. Пробуем еще один раз. Да, друзья, телефон мертвый. Но, тем не менее, отреставрировать его и как напоминание, что такой телефон был, это очень здорово. Спасибо. Ложим сюда, убираем. И вторая посылочка. Вот такая вот маленькая приблудка. Я уже сорвал здесь этикеточку. И я, в принципе, уже видел, что здесь. Давайте я вам, собственно, покажу. Уникальный телефон своего времени. Sony Ericsson C905. И это не просто был, друзья, телефон. Это была полноценная камера. Обратите внимание, CyberShot. Линза просто гигантская. И здесь, друзья, да, вот написано, обратите внимание, 8,1 мегапикселя. Это, ну, это полноценный фотоаппарат. Вот реально, так, что-то отпало, ничего страшного. Это был полноценнейший фотоаппарат с функцией мобильного звонка. Ну что ж, давайте тоже сейчас вместе с вами будем пробовать его включать. Нам понадобится симка, потому что старые телефоны не включаются без сим-карты. Вставляем симочку, нашу старую добрую Kyivstar. И попробуем, работает или нет. Я еще не пробовал, друзья. Так, да, он включился, ожил, но что-то долго думает. Долго. Включится или нет.
По крайней мере, вибрация была, а что с экраном, пока мне еще неизвестно. Ох ты, ёшкин-матрёшкин, включился. Включился телефон, и посмотрим, что у нас по внешнему виду. Давайте пройдемся. Как видите, телефон в довольно-таки хорошем состоянии. Есть, конечно, царапины. Не стоит не забывать, что этому телефону как-никак 15 лет. Сзади покрытие Soft Touch. Так, конечно, оно липкое, вот прилипает, даже остаются следы, но тем не менее трогать я его не буду, потому что оно еще не покошлатилось, не поелозилось, то есть оно еще довольно терпимое. С правой стороны у нас надпись, обратите внимание, Wi-Fi и GPRS, кнопочки медиаплеера, приближение, отдаление звука, качелька громкости и, собственно, вот такая вот кнопка нажатия на фотоаппарат. Так, ну, все работает. Так, посмотрим, что по менюшке. И менюшечка, и джойстик работает. Боже. Кнопки работают? А кнопки вот некоторые не работают. Ну, ничего страшного. Так, посмотрим, что у нас здесь по звуку. Музыка есть какая-то? Да. Марш запорожских казаков у нас на фоне играл. Ну, слушайте, класс. Класс, класс, класс. Телефон просто бомба. И давайте посмотрим, как у нас, собственно, работает или не работает камера. Открываем. Так, что у нас здесь вот фиксируется? Ага, камера у нас тормозит, походу, или что? Класс, да? Вы видите, да? Понял, камера у нас, конечно, работает, тормозит, очень жестко тормозит. Ну, ничего страшного, сам факт, что телефон рабочий, и это уже большое достижение. Вот такие вот были сегодня, друзья, два телефона, которые приехали от вас. Спасибо вам большое, все, кто смотрит, все мои маленькие любители ностальгии. Я, как всегда, желаю вам всего самого хорошего, успехов. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.